Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев, приветствую вас в 14 уроке. Мы продолжаем с вами разбирать компонент Forms, и в этом уроке я хочу дать полезные советы. Смотрите, у нас компонент Forms не такой гибкий, как Gridbox. И, например, нельзя просто так взять и назначить шрифт тексту на кнопке формы, то есть не здесь у нас по умолчанию какой-то шрифт стоит, ни на кнопке, которая у нас всплывает. Точнее, кнопка со всплывающим окном. То есть вот это одна кнопка у нас. И на самой форме кнопка номер 2. Давайте посмотрим, как можно сюда применить шрифт. В режиме редактирования страницы. То есть вот она у меня кнопочка. Я захожу в карандашик. Здесь ничего сложного нет. Нужно просто повесить небольшой кусочек кода на каждую из кнопок. Заходим в Custom CSS. Open Editor. И в самом низу мы вставляем код. Не пропустите мои топовые продукты по Joomla. Специальный документ будет под этим видео, ссылочка, чтобы вам от руки не писать. Когда вы откроете документ, здесь я пометил первый код и второй код. Первый код у нас идет для кнопки на самой форме. То есть, смотрите, вы вот так вот выделяете весь код. И, опять же, предварительно вы свой шрифт должны прописать здесь. Шрифт Google Fonts, который мы с вами проходили в Gridbox, его название, просто название шрифта. Вы удаляете вот это название шрифта и вставляете свое. Все. Больше ничего делать не нужно. Аккуратнее удаляйте, не удалите точку с запятой, иначе работать не будет. И не забывайте никаких символов. Ни точку здесь в начале, ни в конце вот эту фигурную скобочку. Иначе работать не будет. Значит, первое действие, вы меняете здесь шрифт на свой, название просто, а потом целиком этот код копируете и в самом низу здесь вставить и save. Save, давайте посмотрим. Смотрим, что кнопочка у нас ничего не поменялось. Этот шрифт применяется на самой форме. Здесь видно, что на кнопке у нас изменился шрифт, теперь здесь у нас красивый такой наклонный шрифт. Кнопка отправить. Теперь меняем шрифт на этой кнопке, да? То есть, смотрите, мы туда же заходим, абсолютно все то же самое, и также в самом низу мы прописываем уже вот этот код. Также здесь не забудьте поменять свой вот этот шрифт, и вот этот код берем, вставляем, save, save. И вот, кстати, момент, смотрите, вы видите, у меня здесь две кнопки заказать, и на одной кнопке изменилось, вы видите, да, здесь наклонным шрифтом, но изменилось не на той кнопке, на которую я хотел. Вообще надо и тут менять. Почему это произошло? Вот эта кнопка зеленая, она у нас по дефолту сделана, а эта кнопка слева. Смотрите, разница в чем. Если мы зайдем в код, вот здесь вот момент. Видите, left. То есть этот код действует на кнопку, если мы разместим ее слева. Вот как раз у нас красная кнопка. Если нам нужно выставить код на кнопку, который у нас находится по дефолту, так вот здесь вот нам как раз нужно удалить left и вместо него написать default с маленькой буквы. Вот таким вот образом. Давайте сохранимся, посмотрим. Теперь мы видим, что на зеленой кнопочке у нас со шрифтом. И здесь тоже все хорошо. Следующий момент. Также нельзя кнопку выставить в Gridbox, например, по центру. Видите, она у нас сразу прилипает слева. Как это можно сделать, чтобы она у нас была по центру? В этом же документе третий пункт. Просто копируем вот этот код, который выровняет нашу кнопочку. Также заходим в тот же карандашик и в те же опции. И в самом конце вставляем код. Save, save. Теперь вы видите, кнопочка у нас зеленая стала по центру. Вот такой вот небольшой урок. Надеюсь, для вас он был полезным. Если это так, ставьте, пожалуйста, палец вверх. И подписывайтесь на мой канал, если вы этого еще не сделали, чтобы не пропустить новые познавательные выпуски. На этом я с вами прощаюсь. И до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего, качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse, или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга –
тестовый период – 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй, очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостинг, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.